patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, ačiū už žiūrėjimą. Šiandien mes turim žmogų, kuris jau pažįsta, tai yra Igor Huz iš Ukrainos aukščiausiosios rados. Dobrai din. Privet. Опять на общепринятом языке, в кавычках, ибо я еще не выучил украинский. Украинский, извиняюсь. Да. Я все время... Я все это украинский, Украина. Нельзя, Украина. Извиняюсь, больше этого не будет. Как дела, Игорь? Дела нормально. Ну, в Украине, конечно же, посложнее. Да. Если последний раз мы с тобой разговаривали в октябре. Что-то в этом роде, вот, да. Полгода назад, конечно, за эти полгода разные были изменения, разные были проблемы, но... Мы в борьбе. Сегодня в Вильнюсе, завтра еду в Ригу. Угу. Работаем с депутатами, ну, как бы латвийского сейма, угу. То есть, скажем, с Балтией держим контакт в контексте, ну, позиции, чтобы она была синхронная, наша и балтийская. Я тебя пикапнул с отеля. Я не скажу, который это, какой это отель, но вопрос... Какое-то чувство жить в отеле, зная, что на 100% ничто не прилетит? Ты знаешь, да, сегодня с утра встаю, сегодня день Киева, и смотрю, там тоже бомбят, Хмельниц бомбят, Винницкая область бомбят и так далее. Плюс для нас, для очень многих еще такой синдром комендантского времени. Угу. Потому что как бы, ну, ты въезжаешь там, да, и думаешь, уже на автомате, да, нужно доехать до какого-то времени, а тут хоп, понимаешь, что этого нет. Ну да, чуть-чуть есть такой диссонанс. Я тебе откровенно скажу, ну это не пример, но я не спускаюсь там ночью там в бомбоубежище и так далее, в Киеве или там в Луцке. Мы покрыли эту тему полгода назад, да, я объяснил, почему. Да. И как бы и сейчас ничего не изменилось, но, конечно, то, что сейчас последние моменты, вот Харьков видит, я думаю, весь мир, литовцы видят, конечно, очень сложно для страны, для жителей России просто. Просто бесчинствует. Это то самое место, это был восток, северо-восток Харькова, где мы были. Да. То есть там сейчас лучше не быть. Ну да, я считаю, что и вообще Харьков, видишь, люди выезжают, это миллионный город. Там же интересно в чем, что в принципе после начала большого, вот этой большой войны, после нескольких месяцев очень много вернулось в Харьков. Плюс mm-hmm. переселенцы, плюс беженцы. И там больше миллиона населения mm-hmm. вот, до последнего времени. Но сейчас, видишь, mm-hmm. бьют они без разбору, и это, ну, как бы сложно. Плюс ИПСО. Плюс ИПСО, потому что это наступление харьковское, да, мы его остановили, наши вооруженные силы, но все-таки, понимаешь, психологически люди ну, боятся, люди боятся. До инвазии Харьков было сколько? 1,5 миллиона? Два миллиона? Ну, сложно сказать, плюс-минус, это где-то 1,2 миллиона, плюс-минус. Чисто технически, с военной точки зрения, это город, для взятия которого нужно не менее, наверное, 500 000, да? Они не возьмут его, это точно, конечно, нужна армейская группировка, там, угу. 500 000, но его задание другое. И кошмарить. Вот задание кошмарить, дестабилизировать, показать, что вот такой большой миллионный город, он будет пустой. Плюс мы не исключаем, что будет какое-то там наступление в Сумской области, в Черниговской. Тоже за север. Том же сценарием. То есть кусочек. Mm-hmm. И понимаешь, с точки зрения военной, сковать наши силы и показать, что смотрите, мы контролируем, ну пусть это будет 5 сел, 10 сел, но все-таки это уже не просто юго-восток, это уже и север страны. Mm-hmm. Ну, посмотрим. Наши войска, конечно, вот заявление вчерашнего генштаба и Зеленского, что мы фактически на этом направлении там уже в контрнаступлении для того, чтобы оттеснить их в Россию назад, за границу. Ну, посмотрим. Сложно, конечно. Мы записываем это сегодня, и сегодня же я это транслирую. Ну, сразу вот тебя отвезу назад, монтаж. Но для других скажу, что если смотрите это позже, это 26 мая. И сегодня у нас на руках, да, отбитие нападения на Харьков. И сегодня у нас на руках поиски виновных в том, что не заминированы были подходы к Харькову. И особенно этот город Вовчанск. Ну, там и говорят оппоненты этой критики, что Вовчанск, в принципе, невозможно было минировать, потому что он под прицелом был сразу на границе. Но все другое. Ты можешь комментарий дать?
Смотри, две стороны медали. Mm-hmm. С одной стороны, критика есть, и мы в парламенте уже сделали комиссию, которая будет с этим разбираться. Зубы дракона, другие моменты, минирование, несколько линий обороны и так далее. То есть проблем там есть, и ухищрений есть много, я думаю, что наворовали много, это тоже факт. Угу. Но с другой стороны, там три линии обороны, и русские дошли до первой только. То есть, понимаешь, в общественном сознании все должны, ну, хотят, чтобы вот просто... Суровикинсурой, да. Чтобы просто, где граница там была, не знаю, ров там в тысячу километров, и так далее. Это первая линия, вторая, третья наши отходят и так далее. В принципе, военные говорят, что там все с точки зрения линий вот этих было более-менее нормально. Okay. То, что пораскидали там, это есть съемки, да, и фото, yeah. вот эти зубы дракона, там они не стоят, где нужно, в каких-то местах. И другие моменты, конечно же, есть такие проблемы. Ну и вообще, нужно откровенно говорить, если взять границу от Чернобыля где-то, да? Да? Смотри, Черниговская, Сумская, Харьковская и аж туда под Купянск, где активные боевые действия уже 2 года, это, наверное, 1500 километров. Угу. И, ну, просто физически мы пока не готовы всю эту линию там, скажем, сделать как нужно. Хотя то, что я знаю, под Белоруссией, там все посерьезнее. Вот, потому что не было вторжения, и можно было, знаешь, с первого дня нормально как бы насытить ее там и заминировать и так далее. Я не говорю, что все хорошо. Я говорю, что есть очень много там проблем, и виновные должны быть наказаны. Или это военные, или это гражданские руководители администрации там, и так далее. Но и не так все, знаешь, что там уже просто открыли ворота. Этого не было, потому что если бы это не было, если бы это было, то русские уже подошли бы к Харькову. Остановили, да, ну, большая группировка, тут же еще проблема, понимаешь? Ты же не знаешь, где они конкретно зайдут. Они могут зайти 20 километров здесь, 50 здесь, и наши силы тоже, они как бы были там, но это сложность вот такой войны. Создавалось впечатление, и дай Боже, что по истечению определенного времени в книгах военных будет написано, что это было сделано преднамеренно, чтобы заманить. Это же не исключать тоже нельзя. Я не думаю. Просто они зашли, они там раскидались трупами. Ну, как на сегодняшний день мы имеем информацию. Ужасные потери, и они остановили. Не победа ли это хотя бы и маленького масштаба? Потери для них не важны. Мы это уже понимаем. Да, это наш дискурс. Мы... Ничто не бездонно в этом мире. Да, но сегодняшнее с утра заявление Зеленского, что новая группировка очень большая, русских около Харькова, там направление тоже готовится. Для них этот дискурс потери, его нет. Для нас он есть. Да. Для нас большие потери – это сложная история. Мы еще есть два момента. Первый момент – это сковывать наши части. Ну, мы туда перекинули очень много боевых частей с фронта, с слаживания. И второй момент психологический. То есть, понимаешь, они говорят и будут говорить, что мы вот контролируем часть Харьковской области вот уже здесь. Там, знаешь, завтра 3 села Сумской. То есть, это такая гибридная история, но на международной арене там и так далее, что это уже не просто Юго-Восток, как они называют. Да? Это вот и тут... часть и там, и там. Mm-hmm. То есть, я думаю, что это просто желание дестабилизировать ситуацию, ну и плюс миллионный Харьков, понимаешь? Mm-hmm. Он же работал, заводы работали, 1 000 000 человек, это серьезная инструментарий в экономике даже нашей. Город №2 в Украине. Фактически, да. Одесса и Харьков, они второе-третье место. Ну, да? Ну, фактически, я думаю, что Харьков с точки зрения экономики посильнее Одессы. Даже так? Да. Одесса порт. Но тебе смотри, Одесса порт, но как бы там южный больший порт, нежели сама Одесса, там Черноморский, ряд других там моментов. Так? Но я думаю, что Харьков все-таки экономически сильнее. Окей. Okay. Я направляюсь к тебе по твоему направлению. Я слушал Швеца, Юрия Швеца, которого я не хвалю, не там закидываю. Я просто иногда его слушаешь, и по его, как он все передает, ты видишь, что он не брешет. А иногда бывает, что странно, что он сказал это или то. Но сегодня он сказал, повторяю, это 26 мая, что никто там не запрещает Украине стрелять по РФ,
РФ проприя, то есть не по Крыму, а по настоящей РФ, а американским оружием. Что нету такого, чтобы это было запрещено. И он эвфемизничал. Он сказал, что кое-у-кого в Украине нету Фаберже. Для того, чтобы наконец начать стрелять атакамсами хотя бы по Белгороду. Ну, смотри, я не военный, мне сложно сказать, но я думаю так, может быть, неформальная такая история есть, что нельзя, неформальная, да. Но мы ее нарушаем. Вот. Ну, может быть, не по Белгороду, но где-то там в других моментах. Это очень важно, американским оружием или, не, или своим? Вот это... Американским, наверное. Наверное, да. И не только и немецким, и другим. Ну, война, ну как? Когда заходили ребята с русского добровольческого корпуса в направлении Белгорода, там же тоже были и танки, и другие моменты и так далее. Ну, мы понимаем всю подоплеку, но нам бы хотелось, чтобы, например, глава Пентагона сказал, ребята, ну, можно. Это тоже важно психологически, понимаешь? А не там, типа, мы там вот как бы нет, но да, но нет, но да. Ну, как бы есть такие вопросы. Амбивалентность, по-моему. Да, то есть да. Четкости. Мы хотим четкости, понимаешь? Вот просто вот в этом на вопросе. На это и давил Швец, что четкости нету в том, что нет, нельзя, черт подери. Так, пожалуйста, и стреляйте. Ну, Швец, наверное, много знает, да. Но не все. А есть okay. Переговорный процесс, есть какие-то там условия разного характера, и поэтому, ну, есть нюансы. Я думаю, что это дискурс и в контексте F-16, понимаешь? То есть не просто отражать атаки русских, а, например, налет на тоже Белгород, Курск или Брянск, F-16, ну, понимаешь, это другая история. Поэтому я думаю, что это такая... Большая история, когда мы постоянно, знаешь, метр за метром вот выгрызаем себе возможность, чтобы нам дали просто возможность биться. Не сдерживали нас никакими моментами. И эти факторы сдерживания есть, к сожалению. Но ничего, то есть постоянно, смотри, от первого джавелина, который нам не давали, да, перед войной, до сейчас, там вот сейчас будет F-16, там американские ракеты, плюс же немцы еще не дают этих Таурусы. Это тоже как бы нам тоже психологически хочется, потому что французские есть, Таскальпы, там Storm Shadow есть, Атакамсы есть. То есть, ну, все равно, да, вот, хотим, чтобы немцы, знаешь, сказали, что да, масти, да, то есть мы хотим, что, ребята, давайте мы вас всех, знаешь, берем, что мы вместе, а не так, там, британскими бьем, а вот немецкими нет, потому что нет. Ну, это важно с точки зрения психологической консолидации наших союзников. Упомянутый F-16, есть такая пословица, мы о волке, а волк уже тут. Когда они будут и в каком количестве. То есть, минимум, наверное, плавают цифры 12, всего лишь 12 подготовленных летаков в Америке, но, может, ты знаешь больше? Я думаю, что Генштаб в процессе передачи это будет озвучено, конечно же, побольше их будет, то, что я знаю. Вот, но тут проблемы с аэродромами, понимаешь, есть разные, потому что русские понимают, что, ну, как бы, чтобы ликвидировать вот эту угрозу, нужно уничтожить аэродромы, и те, которые на линии там или близко, понимаешь? То есть, страна наша большая, с Ужгорода, Львова, ты там не очень долетишь туда, на линии фронта и так далее. Мы все ждем, и главный вопрос, вот мы говорили с тобой, что Паулюс Савдоракас, вице-спикер, был с делегацией, мы были в Херсоне, были в Степногорске, это просто линия, мы видели русских там в бинокль и так далее, и все военные в один голос говорят, кабы. Главная проблема сейчас войны, вот вообще вся главная, кабы. Если мы вот эти большие их бомбы, которые стали более-менее точными, сможем подавлять, или самолеты, которые их скидывают с помощью F-16, фронт в большой мере не будет продвигаться, как бы русские только этими кабами, они фактически Авдеевку и Бахмут взяли. Да. Потому что, ну, понимаешь, психология бойца, который сидит и понимает, что пятиэтажка или девятиэтажка просто сложится. Да. То есть это очень сложно, и ты ничего не можешь сделать, потому что у тебя нет инструментариев, а самолет, который скидали на 70 километров от этого места. Ну, да, мы попробовали, конечно, Патриот туда подогнали, и 13
самолетов сбили за короткое время. Mm-hmm. Но, я так понимаю, это не озвучивается, но что этот «Патриот» тоже пострадал, а у нас их очень мало, поэтому, понимаешь, тут сложности есть в этом контексте. Но мы все ждем, сможет ли F-16 более-менее новый, да, как мы понимаем. Отогнать хотя бы, да? Отогнать, да, и подавить вот этот контекст КАБов. Угу. Если это удастся, я думаю, что это для фронта, для стабилизации фронта очень большой результат. Тот, кто думает, что это поменяет всю войну, я думаю, что это нет, это все понимают, или большинство понимает, но вот КАБы это да. Если вы еще запасетесь определенным количеством гриппенов. Шведских. JS-39, да, который может подниматься с 500 или 700 метров, если мне не врут мои воспоминания, обыкновенной автострадной дороги, так это было бы очень в пользу. Я это озвучил, потому что были спекуляции насчет Сааба, гриппенов. Как там, подвинуло что-нибудь? Или? Ну, пока я так понимаю, нет. Еще проблема, понимаешь, все-таки уже третий год войны, и наши военные говорят о том, что нам нужно поменьше солянки военной, понимаешь? То есть больше одного... Да. Если мы сделали ставку на F-16, давайте собираем по миру, кто готов дать, купить, продать, там разные ухищрения, но это должны быть F-16, потому что все-таки это самолеты, и с точки зрения ремонта, с точки зрения всяких других моментов, это очень сложно для... Плюс аэродромы, плюс другие моменты, понимаешь? То есть, ну, как бы вот эти все САУ, там другие, там французские, такие, очень сложно ремонтировать, конечно, очень сложно удерживать вот это все, отводить, отвозить. Если это ты едешь, логистики, если ты едешь в Киев, например, из Западной Украины, ты видишь, насколько постоянно курсирует туда-назад, туда-туда новые, туда уже там такие. Это же, ну, сложный процесс. Поэтому я так понимаю, и это, наверное, правильно, стратегия, что ставка на F-16. Окей. Дай бог. Когда мы были у тебя в гостях, Киев был, ну, прекрасный, живучий, бьющий жизнью город, и молодежь в кафе, и на натуральный вопрос, а почему они на фронте, ты и твои коллеги рассказывали, что мы их бережем, и у нас этот threshold конскрипции, он высок. И сейчас, насколько нам известно, это threshold снизился до 27 что-то лет. Иными словами, 25. Иными словами, как идут дела у этого рода мобилизации? Ну, если честно, очень сложно. Да. Это откровенно. И, ну, я скажу так. Во-первых, уже тот миллион, который на фронте, 1 200 000 силы обороны, я всех говорю, то, кто в тылу и кто сейчас на фронте, это те, кто первые добровольцы пошли, те, кто служили в разных там направлениях СБУ и так далее, они, конечно же, уже закаленные, а вообще есть сложности с мобилизацией, проблем несколько. Ну, первое, это откровенно нужно говорить, это страх очень многих, и наверное, меньше даже там мужчин, ихних жен, матерей и так далее, ну, к сожалению. Второй момент – это эффективное ИПСО, которое работает русское. Например, ну, мы проиграли такую информационную войну в контексте военкоматов, то есть сделали из военкоматов каких-то зверей. Фуга, хотя, хотя, ну, все должны понять, что военкоматы – это составляющая вооруженных сил и нашего наступления, и нашей вообще войны. И без них мы просто проиграем войну. Mm-hmm. Поэтому, к сожалению, тут русские нас обыграли. В контексте каком? Есть какой-то небольшой там инцидент, он такой красочный, его просто тиражируют во все дыры, извини, там, пожалуйста. Наручники? Ну, разные моменты. Да. Ну, это тоже война, понимаешь? Тут же разный контекст. Потому что, да, всем хочется, чтобы было по-другому. То есть вот дали сигнал и все, но так не бывает. Поэтому вот я выезжал из своего родного города, Слуцка, все выезды, въезды, полиция, военкоматы и так далее. Ну, к сожалению, такая действительность, и, ну, есть проблемы. Но положительная сторона этого вопроса – новая волна молодых людей, хорошего здоровья, патриотичных, я верю.
Ну да, но тут же момент, понимаешь, нужно научить, нужно еще много разных нюансов. То есть, ну конечно, без этого пополнения будет сложно. Это все понимают, хотя понимают и много людей на фронте, что с демобилизацией тоже, она же не объявлена, да, когда она будет. Да-да. Потому что без этих воинов, которые там уже несколько лет, конечно, они хотят демобилизироваться, много из них, большинство может быть, но они понимают, что без них будет очень сложно, потому что они знают, как воевать, они знают, как убивать врага и так далее. Но если откровенно, это проблемная история с мобилизацией. Это ну, не вот так. То есть это очень много разных моментов, и мы упустили время. Потому что если бы эти моменты... Вот, например, я тебе сейчас покажу... Да. Каждый гражданин, забронирован или нет, он должен, значит, в таком зарегистрировать Министерство обороны. Mm-hmm. Это резерв плюс, то есть это уже типа ДИА, и уже более миллиона человек дали свои данные. Я тоже дал, как военнообязанный, свои данные и так далее. То есть, если бы это началось в 2022 году, я думаю, что это было бы... успешней, потому что мы бы могли тогда, люди пошли на фронт, а те, кого не взяли бы, многих не брали, кто хотел, уже прошли бы хорошую подготовку, в тоже в лагерях, там, в разных моментах, и были бы готовы дальше идти и так далее. Мы упустили время. Время политически. Но это можно утверждать только по истечению длительного бега. Быть может, что очень да, когда-то в будущем будет, окажется, что это было правильным решением. Вот что я хочу сказать. Я думаю, что нет, потому что те, кто принимал это решение и должен был принимать в 2022 году, они боялись общественной обструкции, потому что это непопулярная история, ну, если честно говоря. Да. И рейтинги... Стороны, когда, если не тогда, да? Да, рейтинги падали и так далее, вы подумали придержать вот эту ситуацию, когда сейчас уже ну, некуда деваться, потому что мы видим, что русские мобилизируют все больше и больше людей, конечно же, вот сейчас... У нас есть и хорошие истории с точки зрения центров рекрутинга в разных там институциях, городах, там даже на вокзалах, где все рассказывают, где все интересно, четко и так далее. Но, скажем так, это очень непростой вызов, это откровенно, и я надеюсь, что наша страна сможет ну, с ним справиться. Я верю в то, что она с ним справится, но это очень непросто. Сейчас в Украине это очень непросто. Сейчас каверзный вопрос, с твоего позволения. Да. Ну, не каверзный, а скорее сложный. Я слышал одним ухом такие спекуляции насчет того, что вот, дескать, Зеленский и его антураж, они уже обеспечили себе неприкосновенность с точки зрения никогда не взятия Киева. Mm-hmm. То есть, если Русня даже дойдет там до Одессы, но Киев Запад не позволит взять, и таким образом они живы-здоровы хотя бы и в изгнании. Или... И поэтому они сейчас такие... самонадеянные и неуязвимые в плане принятия решений. И другими словами, они поэтому потенциально делают неправильные решения. Вот такого рода спекуляции. Что-то я думаю, что это деза. Угу. Во-первых, если просто физиономию, физиологически посмотреть на Зеленского, какого там напряжения, вот сегодня он тоже в Харькове постоянно и так далее, нет самонадеяния такого, что, знаешь, там все, Киев. Больше того, ну, мы видим разные процессы, вот я говорю тебе, Черниговской области, Сумской области и так далее. Нет, я в это не верю. Я вижу, что он акцентирован в войну, абсолютно в международную деятельность. К нему у меня, как гражданину, даже не как депутату, претензий нет. Он на своем месте. В обществе есть разные процессы, понимаешь? Они привязывают все, потому что эти зубы дракона, это же не Зеленский их там должен был ставить, это какие-то чиновники. Но, понимаешь, это волна, да? То есть, если это чиновник, кто его назначил, должен быть Зеленский, а это районы, это областной, и пошло-поехало и так далее. Но я не вижу, ну, как бы, сама такой... ну, спокойствие, что Киев, вот никогда, никто, ничего и так далее. Нет, нет, этого нет.
То есть напряжение войны, оно есть везде, и в офисе президента, и в парламенте, и так далее. С точки зрения того, что холода такого нет, знаешь, полежать там, успокоиться, нет, ну смотри, что идет, идет накатка. Даже вот эта последняя неделя в Харькове, это ж вся страна через себя пропускает, это очень страшно. И я считаю, что это просто деза, такого нет. Ага. История, военная история Крыма говорит о том, что его защитить невозможно. Есть ли шансы, имея в виду последние атаки на крымское ПВО российское, что все-таки главный удар когда-нибудь будет Крым? Мне очень сложно сейчас. Смотри, в октябре 23-го был один подход к вопросам о наступлении, контрнаступлении и так далее. Сейчас, мне кажется, нужно быть откровенными. Мы должны думать о том, как остановить наступление русских. Оно идет полным ходом. Поэтому, с моей точки зрения, вот это главный вопрос 24-го года. К сожалению, все наши там 22-й, 23-й, все эти там кто, куда, как заходить и так далее, может быть, это когда-нибудь будет, но сейчас я считаю, что вооруженные силы и вся страна должны сделать все возможное, чтобы остановить, потому что как бы вот этот клин Авдеевский, да, Бахмут и Харьковское направление, и ряд других, Запорожское, то есть очень сложно, и мы видим все более и более тоже накатку русских. Поэтому дискурс сейчас такой, остановить русских, а не вопрос о наступлении, к сожалению. Перелом в Конгрессе действует убаюкивающее. В плохом смысле, конечно. И вопрос тут самый важный. А ведь то, что Америка сейчас дает, эти большие миллиарды, это все равно когда-то кончится. С одной стороны. С другой стороны, мы видим прорыв в Конгрессе. Мы видим людей, которые раньше склонялись как нечисть. Тот же самый Джонсон. И уже много республиканцев более проукраинские, чем средний демократ и Белый дом. Как твои комментарии? Во-первых, нужно откровенно сказать, вот эти полгода, чуть больше, когда все приостановилось, это большой урон для нашего фронта, для армии, для жертв и так далее. Это нужно четко говорить, что вот то, что мы имеем сейчас, вот эти проблемы, Харьковское наступление, Авдеевка, Бахмут и так далее, это потому что просто не было снарядов. Это главный вопрос. Да. И тут мы все понимаем. Как бы и претензии не должны ставить, потому что это просто помощь, но все-таки тут нужно это написать, знаешь, это зафиксировать, эту ситуацию, что, если вы стратегические союзники, то так не делается. Угу. Так не делается, это первое. Второе, да, включилось все, кто могли. Я знаю, как работали представители стран Балтии с Джонсоном, с другими там республиканцами и так далее. Там и Борис Джонсон, и Кэмерон, и кто угодно. Весь мир, который за Украину, он включился. Мы тоже. И по разных линиях, в том числе и по линии религиозной. Там протестанты наши активно. И у них большая община в Америке там включились, потому что Джонсон тоже по вероисповеданию протестант. Поэтому надеемся, конечно. Вопрос выборов президентских – это главный вопрос. Да. И тут, конечно же, работа с Трампом, она очень важна. Я считаю, мое мнение, что не все там так однозначно, как большинство там, да, рисует, что все пропало. Нет. Трамп до выборов или во время выбора. Это один Трамп, который работает на своего избирателя, да, а он протестный, да. А Трамп, если он победит, это тут еще вопрос, потому что все там меняется. Это другой вопрос, и какие он акценты будет ставить, если он победит. Посмотрим. Посмотрим, конечно, но вот эти полгода без помощи, это, конечно, большой и в том числе психологический удар, понимаешь? Потому что, украинцев поддерживают то, что они не одни. И понятно, что, например, там ваши возможности, вы помогаете, как Литва, уже третий год там больше, нежели там можете, это просто там, но все-таки это небольшие возможности. А США, это, конечно, США.
кто-то правильно подметил, Трамп – человек ноги, с которой ноги встал, стой. И Буча действовала чудодейственно на людей, которые приехали туда. То есть, конечно. Вандерлейн и похожие, они сразу менялись, мы говорили об этом. Другие лица. Вот если бы таких, как Джонсон, в свое время привезти туда. Ну, они не хотели ехать. Зеленский говорил Трампу, приедь сейчас, давай посмотрим, поедем, все покажем и так далее. Ну, понимаешь, я так вижу, что и Байден, если он не приедет в Швейцарию на саммит мира, это будет тоже большой удар. Ну, я так понимаю, что украинский дискурс ему не очень выгоден, потому что Трамп и республиканцы на этом манипулируют. Да? Тобто, это такая тема Израиль, значит, Украина сейчас вот, с Тайванем и так далее. То есть, это тема предвыборных манипуляций. Но, конечно же, было бы очень плюс, чтобы конкретно Трамп приехал в Украину, посмотрел. Насчет Швейцарии. Ходит тут такая плохая молва о договорнике между Байденом, Си и Путиным. Что они втроем как раз-то и не едут вроде в Швейцарию. Угу. И насколько может быть такой договорник? Я не верю. Не верю вообще в какой-то... план сейчас он... Ну... Да, но это, я извиняюсь, это в свете того, что в Америке очень большое лобби, что Россия должна быть предсказуема, даже если там Путин. Потому что если нет, то будут банды с оружием поражения. Ну, смотри, такой дискурс он есть, но я не верю, что сейчас вот там под этот саммит и так далее идут какие-то такие переговоры. Я не верю в этом. То есть, в принципе, поддержка Европейского Союза финансовая, США военная, плюс, смотри, Германия нормально включилась. Это нужно сказать, потому что когда не было поддержки американской, немцы максимально все делали. Сейчас они занялись ПВО. Но не все там идет с этими патриотами, потому что все сейчас поняли, что патриот – это очень важная история в оборонительных историях. И греки там не отдают, румыны не отдают. Ну, это вся, знаешь, катавасия там. Вот. Но я не верю в то, что какой-то такой договорняк может быть. Я не верю в это. Я извиняюсь за улыбку, просто слово «катавасия» мне очень комично. Есть такое. Да. Да. Портрет Сырского. В свете спекуляций. Он далеко не бывший главком. Он там больше любит мистер Yes для банковой. Ну, во-первых, смотри. Увольнение Залужного было очень непопулярное. Общество не поняло, поэтому и рейтинг Зеленского тоже обрушился. Это первое. Второе. Важно, чтобы главком и президент были на одной волне. И сейчас это есть. Это тоже важно. Все-таки в войне. Третье. Ну, понимаешь, разные вопросы. Я, например, доверяю комбатам там, или командирам дивизий, вот, или бригад, с которыми я разговариваю. Они нормально говорят о Сырском. Конечно же, есть разные подходы, и все люди разные. И он, наверное, жестче в разных моментах. Вот. Но, в общем, он давно на войне, он знает войну, он понимает, он боевой как бы командир, боевой генерал. В этом контексте нет никаких там претензий. Я так считаю, думаю. Да. В политическом контексте те, кто против Зеленского, подкидывают, знаешь, там, ну, там, Мясник, то, другое, седьмое. Ну, это уже такая, как мне кажется, такая работа пятой колонны. Вот я так считаю, потому что если мы говорим о объединении главных, ну, в армии, да? Да. Ну, есть такое решение, ну, такое решение. Тут поехал Лондон. Может, оно неправильное в этом ситуации, но оно принято. Ну, что делать? Давайте будем бить морду одному. Нет, нужно объединиться. Есть главком, он много поменял, подтянул, там разные вопросы идут, позитивные, где-то может быть негативные. Но эта армия, это же, понимаешь, структура, она не может быть идеальная в стране, которая воюет, и в том числе в Украине. Она не может быть. Там есть очень много проблем. И еще вылезут этих проблем вот столько после войны, понимаешь? Да. Но это действительность. Мы должны воспринимать. Как бы там ни было, фронт-то не рухнуло. Конечно. Было подтянуто. Ну и смотри, я тоже вижу, он постоянно там. Он постоянно там. Да, он меньше говорит, он меньше публичности у него. Это много не нравилось в Залужном, понимаешь? Он много там...
ну, как бы каких-то там интервью были, там какие-то фотографии там с звездами какими-то туда-сюда. Этот занимается конкретно фронтом. Если бы он играл бы death metal. Да. В хорошем да, смысле. Думаю, что да, и он занимается фронтом. Поэтому мое мнение, что мы должны объединиться все в стране и поддержать его в этом контексте. Окей. Вопрос, который звучит, как это слово, оксиморонно. Путинский мир. Спекуляции в последние часы, даже не в сутки, что вот, дескать, я готов к миру. Что ты об этом можешь сказать? Я думаю, что это уловки. Это какие-то игры. И, ну, если бы сейчас... Я думаю, что ему выгодно. Сейчас ему выгодна эта история. Почему? Потому что для него это не мир, это передышка. Конечно. Все. Ну, мы это знаем. Да, и он этого хочет. Но мы должны понимать, что его мир – это остановиться на той линии распределения, которая есть, и они просто подтягивают туда все, что могут, и готовятся к наступлению через там, год-полтора. То есть никаких инструментариев верить им нет в этом контексте. Поэтому я думаю, что и наши союзники, и Украина сейчас ни о каком таком контексте не будет говорить. Да, конечно, есть сложности. Ну, понимаешь, если мы говорим про проекцию, что будет, ну, когда-то это закончится, да, война, в том или ином контексте. И меняются, конечно, акценты. Я тебе уже говорил о том, что год назад это была одна ситуация, сейчас другая. Общество бурлит в этом контексте, дозревает, может быть, так сказать. Будем посмотреть, какие будут акценты, на каких условиях, да. Да, есть официальное видение, граница 91-го года, да, точка. Да, да. Но есть нюансы действительности. И нужно будет смотреть. Нужно смотреть будет на армию, на ее воззрение в этом контексте, на ряд других моментов. То есть, ну, очень много и сложных вопросов, на которые ответов пока нет. Как тебе кажется, для русских, если бы им пришлось выбирать вариант А или вариант Б, и вариант А – это Крым, отдача Крыма вам, вернуть Крым, или Б – вернуть вам Донбасс. Я вижу, что Крым – это просто жемчуг для них, и это важнее. Но, может, я ошибаюсь. Да, они при Путине никогда не пойдут на то, чтобы отдать Крым. Никогда. Для ихнего мировоззрения это вот просто, понимаешь, там они там, не знаю, тысячу лет к этому шли для того, чтобы вернуть Крым. Да, да. Донбасс – это такая для них дискуссия. Да. Там, да, там русские люди, там все другое и так далее. Крым, мне кажется, что они ласточки на гнездо. Ни в каком контексте, ну, только если в Симферополе и Севастополе будут стоять украинские части, тогда да. И то, там есть разные моменты. Там. А так, этот дискурс для них сегодня, он, к сожалению, ну, не приемлем. Возвращаясь к миру Путина в кавычках и к контексту того, что это только передышка. Я не знаю, в прошлый раз я тебе рассказывал или нет, но вернусь к этому. Я прошлым летом ездил там по делам и по отпускам и остановился у моего приятеля австрийца около Вены. Он живет, он драматург, он актер, приятнейший человек. И мы говорили обо всем этом. И он всецело за Украину. Он считает правильного подхода. Он считает, что Путин – это мясник и убище. Но будучи типичным западным человеком, он еще и социалист где-то в глубине души, он очень искренне говорил мне, там вина было полно, и мы долго говорили, и я так смотрел на него, как ты бы, наверное, смотрел на него. Мы знаем больше, чем они. Но, тем не менее, они наши союзники, такие люди. И он говорил, почему они не отдают этот Крым и этот Донбасс? И все. Я говорю, не все. Это только передышка. Это только... Они пойдут дальше. И этот типичный западный человек налил себе еще, выпил. Он не слышал, что я ему сказал. Я слышал, в одно ухо вошло, в другое вышло. Так мой вопрос тебе. Не слишком ли мало внимания уделяется и завоеванию сердец именно таких? Ну, смотри, если честно, для того, чтобы дипломатия была на хорошем уровне, нужны деньги. А, например, у нас сейчас проблема даже не Австрия, а, например, такие люди, как ты говоришь, а Латинская Америка и Африка.
Ну, коллективный Запад, скажем так. Нет, коллективный... Обыватель. Как это называется? Коллективный Юг-то какой-то, как это там, вот, даже не Запад, потому что в Европейском Союзе Канада, Штаты, Австралия, Япония, Корея, там все понятно, более-менее. Я говорю теперь, например, там Южноафриканская Республика, там Египет, Бразилия. Это не Запад культурно, а да-да, это Юг, скажем так. То есть вот Индия, Пакистан, Бангладеш. Вот там у нас есть проблемы. Они, к сожалению, не понимают дискурса. А для того, чтобы донести это все, нужны большие деньги. И вот, да, мы сейчас в Африке там где-то, не знаю, 5-7 посольств новых открываем. Где-то там активизировалось в Латинской Америке. Ну, если откровенно, нам сложно. Не с точки зрения школы дипломатии, а с точки зрения денег, потому что это очень большие деньги. Конечно. Ну, а русский мир, ты понимаешь, они всегда действовали специфически всеми институтами русского мира и так далее. Вот а-ля там культуры до Абрамовича в Челси и так далее. У них, конечно же, возможности были покруче, посильнее. А мы вообще-то до 24 февраля 2022 года в принципе, наша дипломатия, с моей точки зрения, не была наступательной, да, такой. То есть мы там, ну, что-то делали, как-то представляли, да, себя. Но сейчас другая ситуация, не все могут перестроиться в этом контексте. Салливан, будут ли его судить когда-нибудь, хотя бы заочно, в Киеве? И куклу его повесят когда-нибудь? Не знаю, сложно мне сказать. Сложно критиковать как-то там союзников. Да, да, я понимаю, я извиняюсь за такой вопрос, конечно. Да, и, ну, есть вопросы. Понимаешь, это все... Вот мне кажется, что вот вся наша история последних двух лет, да, это то, что мы постоянно в процессе сантиметр за сантиметром зубами выгрызать для себя, понимаешь, в мозгах, вот там вооружение, вот поддержка, вот в Европейский Союз и так далее, и так далее, и так далее. То есть нам, вот жителям для Украины, если приехать поразговаривать, для большинства непонятно, ну, типа... Мы воюем с вашим главным врагом. Но вы должны это понимать. Враг для НАТО, например, для цивилизованного общества. Мы его остановили. Да вы все должны сделать, ну, это отношение украинцев, чтобы нам помочь. Много помогает, это же факт. Ну, тут нет некуда. И конечно, без этой помощи нам было бы очень сложно, если там, откровенно говорят, наверное, ну, скажем, было бы очень-очень много проблем. Но разные такие моменты, вот что нужно выгрызать, понимаешь? Да, еще, да. еще. Ну, это сложно понять. И вот твой вопрос это в этом контексте тоже лежит, к сожалению. Это вопрос морали. С одной стороны, вас душит на улице бандит и прохожий с множеством средств поражения, вам дает пистолет, и вы отбиваетесь, и вы весь в крови, но этот пистолет помогает, да, в какой-то степени, и он вам может дать пулемет, но он не дает. Я теперь скажу, теперь, с моей точки зрения, очень важный вопрос. Это, прошу прощения, это более я о маске говорю сейчас. Да. Который стоит в Украине, должен стоять, это вопрос иностранных войск в Украине. Да. И вот надежда была на Макрона, что какие-то там звезды, понимаешь, в Париже дадут возможность не на фронт, где-то там в лагеря, где-то инструкторами, где-то там, может быть, на белорусской линии, или Одесса, он говорил много, чтобы все-таки французские войска, пусть несколько тысяч, если они бы зашли в Украину, дальше я 100% знаю, что подтянулись бы другие. Конечно. В том числе, я верю в это, там, например, 300-500 человек там, литовцев. Тут никто не говорит о фронтовых действиях. Конечно. Мы все понимаем, общество там и так далее. Но сам факт, понимаешь, даже под Белоруссией стать этим войскам, там, посмотреть туда-сюда, патрулирование, другие моменты. Вот это сейчас дискурс серьезный.
И мне кажется, там, где, знаешь, будет первых там 3000 иностранных войск, там будет завтра и 30, и 300, и разные моменты. Нам это выгодно, и мы сейчас, ну, как бы, конечно, на Западе очень много говорит, что вы втягиваете, да, там, в эту всю историю, но мы говорим, что таким инструментом мы показываем Путину, что ты не возьмешь в Украину, парень, ты не возьмешь Украину. А для стран Балтии, это, мне кажется, это один из главных вопросов, потому что вот кто-кто, вы понимаете градус проблемы для Литвы, для Латвии, для Эстонии. Поэтому вот сегодня в Литве, там я встречаюсь, и завтра еще несколько дней в Латвии, мы тоже этот вопрос будем проговаривать. Но мы понимаем наших коллег балтийских, они маленькие страны, они говорят, что большие страны, в первую очередь, например, и более США. Более отдаленные. Да, США, ну, может быть, не своими войсками, но просто, понимаешь, плюсом. Так, значит, плюс. Да, окей, да. Это уже важно. Да. Или, например, Франция, потому что были заявления, мы их не ждали от Макрона, ну, а сейчас что-то там молчит по этому вопросу, не знаю, ждут европейских выборов или что, какие там ситуации, сложно сказать. Но этот вопрос, он сейчас очень важен для Украины. Насчет того, что вроде бы дал или еще не дал обратный ход Макрон, там все просто повисло, да? Да. То есть он как бы так очень яро, буро об этом сказал. На наполеоновский манер. А потом как бы все там дискурс, да, общество не совсем приняло. Французское, наверное, около 2/3 там есть нюансы. Но я смотрел, что несколько дней назад генеральный штаб Франции был в Киеве. И глава генерального штаба, и там ряд военных и так далее. Ну, мы же не знаем там, какие моменты, может быть. Я надеюсь, что там уже какой-то процесс идет. Посмотрим, потому что Путин же заявил о том, что или его люди, что будут бить по казармах и так далее. Понимаешь, сыграть таким, чтобы не приехало 1000 человек, и через 4 дня там накрыли 4 казармы, и 500 уехали назад в Париж, в Нант или там в Брест в гробах. Это тоже ж нюанс. Тут нужно все грамотно сделать, чтобы русские не могли эту ситуацию перевернуть себе в плюс. Вспомнилось, как они называют свой ФАМ или ФАМАС. Называют его этот assault rifle. Называют его клероном. Клерон это труба, трампет. Он такой с дугой. Красивейшее оружие. Так. Китай. Гранд Шапс. Министр обороны Великобритании уверен, что это было 22 мая, он утверждал, что Китай все-таки шлет летальное оружие для русских. Ну, смотри, я думаю, что если это так, то это будет поднято уже официально и на уровне там США и так далее. Ну, то есть тут как бы должно быть фактаж. Вот, я не уверен пока 100%. Я думаю, что я надеюсь, что Китай все-таки будет держаться той линии, которую он держится 2 года, то есть ну, активно не вступать в эту ситуацию, потому что для Китая экономические санкции – это, конечно же, очень серьезная проблема. Хотя последние действия по Тайваню, там ты видишь, да, вот эти все учения и так далее, то есть очень сложный вопрос, что, как, чему. Хотя мы видим, что, вот, например, была информация, что эти ракеты из Северной Кореи, они никому не нужны, их там пару раз запустили, они нечетко бьют и так далее, от них отказались. То есть, как бы... Отказались уже? Ну, или отказались, или где-то там на складах процесс держат. Отказа. То есть, была такая информация, что, конечно же, то, что лежит там на складе, знаешь, там 30 лет или 40, там, советской или какой-то разработки этих северных корейцев, это не то, что может эффективно работать против там западного оружия и так далее. Поэтому посмотрим в этом контексте. Ну, и ты видишь, там и Макрон действует с китайцами, какие-то ведут переговоры. Я не говорю там о Орбане или Вучище, там у них своя история, это другая. Но, конечно же, вступление Китая в войну в Украине как игрока, ну, это была бы очень большая проблема. Тут даже ну, нельзя об этом говорить. Но я думаю, что в Штатах это понимают, в Вашингтоне и так далее. То есть... Сдерживание этого процесса идет активно, потому что
после процесса вхождения Китая в украинскую войну, я понимаю, что этот вкус крови, понял, да, для них это вопрос Тайваня, а дальше там уже пойдет ого-го. Поговорим о Джокере, Арестович. Он сейчас опять на правильной стороне? Ты знаешь, если честно, в дискурсе украинском он как-то отошел. Отошел. Вот, ну, пойми, общество нерв оголен. Чувак выехал за границу, не приезжает. Ну, и чувак, который ассоциировался с голосом страны, которая в первые недели или месяцы стояла там и боролась с русскими на грани, да? Понял? То есть, как бы падает для многих просто картинка. А сейчас он там где-то за границей и там что-то вещает. Ну, я так понимаю, как и мое ощущение, что его восприятие в обществе минимизировано. С разных точек зрения. Ну, а во-первых, потому что он за границей. И он не приезжает, ну и как бы вот в этом... Да, он еще, будучи в Украине, постил гламурное фото, и мы еще с тобой говорили, как воспринимать такое людям, которые в окопе. Пусть он даже был боевым офицером и так далее. Конечно, там много разных таких было по нем вопросов, но мое восприятие, может быть, я просто не отслеживаю все, но что минимизировано его возможности влиять на умы украинцев сегодня. Конечно, то, что было 2 года назад, другая история. Я, может, слишком много о нем говорю, но он все еще у нас на памяти и красноречие. Не, он, смотри, он уникальный парень. Да. Я считаю, он отыграл свою как бы скрипку важную, очень важную. Это не можно выкинуть, понимаешь? Там, просто там, сказать, что выключить эту ситуацию там, исторически. Но сейчас... Ну, ну и хватит о нем. Я тебе процитирую текст, ты скажи мне, кто его написал. Это недавний текст. 2 дней, по-моему, давности. Во Львове начал работу 2-й форум российской оппозиции в поддержку Украины. На форуме выступил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Гарри Каспаров, Леонид Невзлин, Михаил Ходорковский, Марк Фейгин, Виктор Шендерович, писатель Михаил Шишкин, Альфред Кох и многие другие. Украинцы, скажите, а как у вас граждане РФ мужского пола мобилизационного возраста пересекают границу так спокойно? Указом президента такого-то въезд граждан РФ в Украину был прекращен. Никто ж из российской оппозиции от граждан гражданство РФ не отказался. Я так понимаю, кто написал это. Арестович? Нет. Я не знаю. Я тебе говорил когда-то, что я самый большой бабченкист в Литве. Это Бабченко написал, да. Смотри, там все разобрали с этим. Даже мэр Львова Садовой где-то там сделал в Фейсбуке, там, что кто-то там какие-то русские у нас тут во Львове и так далее. Есть у нас главное управление разведки, Кирилл Абуданов. Да. Они работают по направлению сотрудничество с российской оппозицией, эффективно работают. Они курируют иностранный легион, часть, в том числе русские подразделения, которые ну, себя проявили героически, вот, когда были президентские выборы в России, наступление туда на белгородском направлении и так далее. И там много было убитых и раненых и так далее. То есть Кирилл четко сказал, что, ребята, слушайте, мы ведем эту работу, она правильная, если мы ее не будем вести, это будет большой минус для Украины. Больше того, мы тоже говорили 1.5 года назад и сейчас о разных направлениях украинской разведки, не только и политической мысли, и действий в парламенте, о народах, которые сейчас под оккупацией в России, в том числе там Башкортостан, Татарстан, и Ичкерия, и Дагестан и так далее. У нас тоже работа в этом контексте некоторая ведется. Поэтому я считаю, что нужно работать. Нужно работать с русской оппозицией. По все понятно там. Есть куча разных там нюансов и так далее. Но мы не должны забывать, что может настать такой момент, и лучше его приближать, что вот этот мыльный пузырь в России, он просто вздрогнет, он взорвется. То есть вопрос точки кипения, понял, да? То есть вот эта история. Поэтому я поддерживаю ГУР,
в этом контексте, что мы должны со всеми работать. В том числе, ты знаешь мою позицию о белорусском направлении, о полке Калиновском и так далее. Кстати, вот, насколько мне известно, там они тоже на Харьковском направлении. Есть много убитых, раненых там. Ну, не может быть немного, но есть убитые, есть раненые, они тоже героически борются. Это тоже важный фронт. Втягивать ну, реально на поле боя и в политическом контексте всех, кого только можно, в странах и Белоруссии, и в России. А сейчас уже начинается новый фронт грузинский. Видишь, что делается в Грузии. Ты веришь там что-нибудь? Это конкретное действие против Украины, фактически. Потому что Иванишвили уничтожает оппозицию, он фактически идет за русским сценарием. Закон о иноагентах, это раз. Да-да-да. Другие процессы, фактически антизападные, антиевропейские, фактически диктатура. То есть, конечно же, мы должны все максимально сделать, чтобы помочь тем людям, которые за Украину. И которые за демократические процессы, европейские процессы и так далее. В том числе вот ваши министры иностранных дел там были, политики. Это нормальная история. К сожалению, у нас там политики, которые едут, там их выдворяют и не дают дальше возможности приехать в Грузию. Есть такие проблемы. Я не ездил последние несколько лет, но все-таки это тоже та же, смотри, Армения, да? Ну, нам нужно поддержать Пашиняна максимально, потому что он более-менее занимает позицию, она выгодна нам. Она сдерживает там в тех или других вопросах русских. Да, там все непросто с Карабахом, внутренние проблемы. То есть, та же Молдова сейчас, посмотри. То есть, нам кровь из носа, нужна победа Санду снова. И вот этот референдум о вступлении в Европейский Союз и так далее. То есть, грубо говоря, это большая игра. И не играть с оппозиционными русскими, к ним может быть миллиард вопросов, есть разного характера, но это было бы минус большой, поэтому я считаю, что ГУР на протяжении нескольких лет активно этим занимается. Плюс там Министерство иностранных дел чуть-чуть и так далее, но все-таки это Главное управление разведки. Ну и отгадай загадку, она очень легкая. Между Литвой и Украиной черт знает, чем закончится. Что? Беларусь? Вопрос в чем? Просто как тебе кажется, куда там, что, по какому течению пойдет там общество гражданское и идея белорусности, этнической белорусности? Мы много говорили полгода назад об этом. Сейчас будем меньше, наверное, потому что никаких, с моей точки зрения, оптимистических сценариев я там не вижу. Все зажато максимально, каждый день. Режим зажимает просто, знаешь, там ищут комментарий человека 4 года назад, там, вот на каком-то там сайте. 4 года не было, нашли, приходят, хоп, там год тебе там и так далее. Это подобное. Твои инсайды тебе передают, да? Разные. Да. Слушай, почитай просто их медиа каждый день, несколько там осталось сайтов. Ну и плюс ребята, которые имеют там родню и так далее, там зажимается, ну просто очень жестко. Это во-первых, поэтому никаких, к сожалению, сейчас возможности там гражданскому обществу как-то себя проявить нет, к сожалению, я считаю. И вопрос тоже белорусизации, там каких-то там национальных их моментов просто нет. Плюс для нас, это тоже откровенно, что Лука боится вступать в войну. Вот, и, конечно же, открытие нового фронта белорусского для Украины было бы очень болезненно, это факт. И нам выгодно, что он, конечно же, в том контексте, в каком нужно Путину, не вступает. И, в принципе, если так будет, для нас это, конечно, хорошо. Но что дальше, ну, нужно смотреть. Сейчас мы активно работаем и с полком Калиновским, и с командиром, и с рядом другим белорусов, потому что белорусский дискурс в Украине, он исчез. Ну, то есть, что нам делать с Белоруссией, понял? Нам. Не на повестке. Он не на повестке, его вообще нет, и это проблема. Мы должны об этом начинать говорить, и начинать, моя философия, я уже говорил несколько раз, с тобой мы не раз говорили, что нужно пробовать делать институции, которые будут воздействовать. Медиа, гражданские, работа с белорусами за границей, с разными активными, неактивными, с белорусской диаспорой, которая у нас есть, вот, с тем же полком Калиновским, с другими военными подразделениями и так далее. То есть у нас должна быть проактивная позиция. Да, никто не говорит о каких-то там военных действиях, да, там, или
Кто-то говорит, почему не стукнуть по Мозырю там и так далее. Но слушай, мы же тоже понимаем ситуацию, что нам выгодно и что не очень выгодно в этой ситуации, когда у нас вот харьковское направление новое и так далее. Поэтому нам нужно до конца войны, до победы нашей, чтобы белорусское направление было не активно, как сейчас, то есть чтобы не было нового фронта. А так, я считаю, что там все очень проблемно, болезненно. Плюс я смотрю, как развиваются все вопросы в белорусской оппозиции за границей. Ну, она, к сожалению, вся вот так. 25 там лидеров, процессов, инсайдов. Я на это все смотрю, но все очень сложно. Конечно, там выборы у них в координационный совет. Ну, скажем так, понимаешь... В стране, которая не имела демократии последние 30 лет, те люди, которые выехали, они хотят построить демократические какие-то институты за границей белорусские, не построившие их там себя, это очень сложно. И я вижу, что сложностей очень много. Или мне послышалось, или ты пошутил 30 лет? Или ты имеешь в виду с парада суверенитетов по 94-й год? Нет, я имею в виду от... прихода Лукашенко к власти, который фактически начал свертывать с 94 года фактически демократию, вопрос о идентичности там белорусской, все другие. То есть фактически, не сразу, но первые несколько лет ему нужно было, чтобы переломать хребет, а потом уже закручивать гайки. У обычного украинца есть этот сентимент по вектору белорусов, что это наши бывшие русинские братья, и мы им обязательно поможем, когда у нас кончится эта мясорубка? Нету. Сейчас дискурс такой, в основном, это враги. Просто так. В восприятии не только государства, не только Лукашенко, а просто белорусов, восприятие это враги в контексте том, что все-таки нападение и наступление русских и шло через белорусскую территорию и так далее. И оно не меняется. Только вот когда мы разговариваем там с белорусскими воинами нашими в вооруженных силах, это единственный аргумент, который чуть-чуть там понижает вот эту ситуацию, что есть вот отряд... полк Калиновского или других там соединений, которые борются в руках с нашими ребятами, с автоматами и так далее. А вообще в обществе ушло в этой ситуации. Хотя несколько лет назад, конечно же, Лукашенко для большинства, для многих совковых, это был, это был хозяин, человек, хозяин, колхозы, порядок. Это дискурс мы знаем. У нас тоже таких бывало. Но когда... тебя могут убить или изнасиловать, или там другие моменты. Вот это все, оно выветривается. Ветераны этой войны, то есть вспоминая спасение очередного Райана, то есть люди, которые заслужили ранами своими месяцами и годами на фронте, они, наконец, получают возможность закончить это все и остаться в живыми. Точнее, сформулирую вопрос. Ветераны этой войны. Так. Есть ли такой момент в отношении, что уже навоевался, иди наконец домой? Демобилизации? Да. К сожалению, нет. Нету возможности. Она не прописана пока нигде. И, сложно просто сказать, когда она возможна. Потому что большинство понимает, это нужно говорить откровенно, что на этих людях держится фронт и держится вся страна, к сожалению. Что только на этих, понимаешь? Вот вопрос о мобилизации мы говорили, чтобы поддержать этих ребят. Но сейчас они – это хребет нации, это хребет страны. Поэтому, то есть, те люди, которые прошли эту войну и знают, и умеют. Есть другой вопрос. Мы отстаем очень серьезно от вопроса включения этих людей в общество после войны. Вопрос реабилитационных центров, вопрос психологической помощи, реальной, вопрос экономической поддержки, интеграции многих из них. И, к сожалению, тут у нас тоже очень много проблем, потому что демобилизируются по здоровью там, и так далее уже там, десятки тысяч людей с разных там причин. И вот они, понимаешь, то есть очень, очень много есть проблем. И, к сожалению,
мы не успеваем. Мы не успеваем, ну, государство не успевает. То есть даже вот мои коллеги там, врачи там разные и так далее, то есть психологи, подключаются суперактивно, тысячи гражданских активистов, тоже эти все ветеран-хабы и так далее. Да-да. Но это такая большая... такой большой пласт, как это эффективно сделать, понимаешь? И, ну, там смотреть, как это было после Вьетнамской войны. Ну, можно смотреть, но, понимаешь, во-первых, прошло уже там 50 лет больше. Во-вторых, другая эпоха. В-третьих, другая страна, другие процессы. Но это большая проблема. Мне кажется, тут даже мы должны, ну, просить о помощи. Хотя вот мы с литовцами говорим, они говорят, а что мы можем вам подсказать? Ну что? О реабилитации воинов, которые пришли с фронта. Мы едем к вам учиться. Мы готовы помогать, там что-то делать, строить, там технику подвозить и так далее. Но тут в контексте вся Европа, весь мир будет у вас. Как это нужно, ну, построить эффективно в этом контексте? Ну и напоследок. Ребята из русского добровольческого корпуса и Легион Свободы. Ты встречал их? Кто они? Как они? Я знаком с некоторыми. Ну, это... Среди них много националистов русских, но которые, и будучи в России, воспринимали, что Украине надо дать спокойствие. То есть они не шовинисты, да? Так настоящие националисты и не есть шовинисты. Да, да. И они сейчас здесь, вот потому что они считают, что Путин – это зло для их страны. Конечно, много людей оппозиционных на настроении, да, разного характера. Вот это тоже как бы есть такая история. Ну, есть много ребят, это же война, понимаешь, которые просто мечтали... взять автомат и дух войны, это тоже, это еще напишут и снимут и так далее, потому что это привлекает в 21-м столетии очень многих молодых. Все играли Call of Duty. Да, молодых ребят и девушек и так далее. Но я тебе скажу, что вот то, что я слышал, то, что я знаю, они, конечно, боевое, такое серьезное подразделение. Это не просто там, знаешь, походить там с бубном и порассказывать или показать их там по телевизору. То есть они реально наступали вот на эти Шебекина и так далее. То есть там, скажем, все четко. И поэтому я считаю, что ГУР в этом контексте, с моей точки зрения, он очень конкретен. Он, Буданов ставит акценты правильные, да, то есть не просто там нам нужны какие-то русские, которые будут против Путина там раз в месяц сидеть за круглым столом. А вот посмотрите, у нас русские, которые воюют реально, которые наступают, которые там... Ну, пусть это было небольшое, но это было наступление. Да. Это была серьезная история в день выборов там, и так далее, и тому подобное. Поэтому, в принципе, ну, не знаю, как там пополнение в этом контексте, понимаешь? Потому что это все-таки такая была волна первых там, месяцев войны. Ну, я считаю, что для нас это большой плюс. И показать русским информационно, что, смотрите, русские воюют с русским. За свободу. За свободу Украины, за свободу России. Это напоминает евреев в боевых подразделениях, воевавших против нацистов. Это храбрейшие люди, которые знали, что в случае пленения кончится, знаем. Ну, как. И там тоже ты понимаешь, что как бы я думаю, что там, ну, не то, что сложно, там, конечно, для них, если они попадают в плен, там будет все очень сложно. Да. Игорь Гусь, депутат Верховной Рады Украины. Я тебе очень благодарен. Тебе тоже. Надеюсь, когда мы в следующий раз встретимся, очень скоро все будет уже позади. Работаем над этим, верим в это. И я остаюсь оптимистом. Я думаю, что мы переломим всю ситуацию. Посмотрим, насколько. Да, но я остаюсь абсолютным оптимистом, что Путину не удастся сломить Украину. С такими союзниками, как Литва и не только, мы, конечно, выстоим. И я думаю, что рано или поздно, хотелось бы, чтобы рано, мы, конечно, победим. А сейчас я тебя отвезу обратно и пойду на голосовательный участок отдать свой голос за одного из людей. Пока. Держитесь.
dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.